довольно классические эти синхронизаторы, старенькие, но у них вот есть вот такая проблема. У первого здесь все вроде как отлично, а нет, уже не отлично. Видим, что болтается. А вот у второго уже все отвалилось. Требуется установка вот этого части горячего башмака на резьбовой фиксатор с обратной стороны. Для начала процедуры нам необходимо извлечь батарейки и вскрыть корпус. В корпусе имеются отверстия для вкручивания и выкручивания винтов. Втыкаем винты по очереди и дальше корпус половиним. Вкручены, но не извлечены. Половиним. Извлекаем обе части. С этой стороны у нас остается горячий башмак. И здесь должны лежать где-то винты в нем. Давайте поищем эти винты. Как видим, у нас еще здесь валяется еще одно гнездо. Видать, оно отвалилось. Где оно стояло? Оно стояло вот здесь. Винтов я не наблюдаю. То есть оно держалось за счет просто сжатия корпуса с двух частей. Ну, бывает такое, со временем отваливается пайка от ударов, от вибраций. Давайте его поставим на место. И теперь посмотрим все-таки, может быть, найдутся наши винтики. Потому что вот это никуда не годится. Как видим, пружинные контакты, которые зажимают, прижимаются к плате, они отошли, и контакта здесь просто нет. Один винт вот здесь. И я так полагаю, что есть вероятность, что мы здесь же обнаружим второй. Пока что я выкручу вот эти винты, которые удерживают остальные контакты. Снимем все это дело. С обратной стороны у нас выпала пластина. С этой стороны у нас остаются пружины, по которым и идут все сигналы. Эти пружины касаются вот этой части, вот этих пятаков. Вот они. Касаются вот так. И, соответственно, по ним переходит контакт. Если пружинки не касаются пятаков, нет и контакта. Все банально просто. Для процедуры пайки, а также для выявления местоположения винта, я все-таки откручу все остальные винты, которые здесь есть в этом синхронизаторе. Отсюда тоже. И очень надеюсь, что у нас здесь находится пропавший винт. Так, секунду. Это снимаем. Обнаружен, гнездо припаяно. Теперь поставим обратно площадку вот эту и прикрепим ее обязательно на винты, на резьбовой фиксатор, чтобы они тоже не раскручивались у нас. На винте фиксатор. Закручиваем его в отверстие и притягиваем. Повторяем процедуру со всеми четырьмя винтами. Сюда. И теперь переходим к противоположной части контактов. Это вот сюда. Нами было два винта нормальных и один вот такой вот кривенький. Нам его тут нужно будет заменить. Соответственно, нам нужно два винта. Точно таких по длине. Это будет непросто. Есть другой винт, вот такой, но он по длине не подходит. А может быть и подходит. Надо подкидывать. Контактную группу пока вот сюда. А с обратной стороны ставим пластину. Так. Вот таким образом пластина установлена и закрутим крест-накрест, чтобы по крайней мере у нас она держалась. Сразу же загоняем на резьбовый фиксатор, прям обильно намажем вот так. Остатки, которые будут размазаны, где-то уберем. Так, отлично.
переходим к следующему. Установил третий винт, но никак сюда не влезет, потому что он короткий. Давайте смотреть другие винты. Винтов у меня так и не оказалось, довольно редкие по длине. Я выгнул обратную сторону, тот, который был погнутый, и три винта прикрутил. Они все стоят на резьбовом фиксаторе, и одного у нас винта нет. Как поступить в данной ситуации? Поскольку три винта точно держат поверхность, а нужно, чтобы еще и крепился контакт плотно, здесь у нас все четко и не гуляет, вот, то здесь можно поставить это дело все еще на двухкомпонентный клей. Видно, что было чем-то когда-то приклеено, поэтому в этом же месте мы проведем наклейку на двухкомпонентный клей вот этой пластины. А с этой стороны поставим все эти три винта и еще пройдем по четырем точкам тоже двухкомпонентным клеем, что сделает это соединение полностью надежным. Вот на такую штуку довольно крепкий пластик получается в результате соединения двух компонентов. Идем к одному и наносим на плоскости. Остаток излишек какой-то будет, если по сторонам, это все нужно будет убрать. А пока что все плавненько размазываем по тем частям, которые будут спрягаться с пластиком. Теперь сопрягаем с корпусом и ставим плату. Теперь вот в эти точки наносим капельки клея. Все, ждем полного высыхания. Можно собрать этот аппарат в обратной последовательности. Сопрягаем элементы. Так, здесь нужно, чтобы все вот это попало. Здесь тоже, чтобы попало сюда. Так, ну и теперь необходимо поставить винты. Собран, и в принципе можно его сейчас потестировать. Давайте закроем крышку, включим его и поставим на тушку. Цепляем на тушку. Так, вот этой стороной. И соответственно при произведении спуска должна сработать лампочка. Видим, что сработало. Отправляется сигнал и срабатывает, значит, вот эта часть. Переходим ко второму синхронизатору. Произойдет история похожая, но не доведена до такой степени отчаяния. Все винты на месте, поэтому сейчас произведем вскрытие и все это посмотрим, в каком состоянии. Оторвано ли гнездо, надо ли его подпаять, посмотрим все это. Три винта. Ну и теперь вскрываем корпус. Осматриваем. Ну, здесь нормально, здесь на месте. Необходимо будет также поставить на резьбовый фиксатор вот эти части. Давайте сразу же с них и начнем. Вот это. Винтики. На красный фиксатор. Повторяем процедуру для всех четырех. Готово. Теперь переходим сюда и выкручиваем все четыре винта этой группы. Тут один уже выкручен, не закреплен никак. Извлекаем. И с четвертым винтом все это у нас разлетается по сторонам. Винты извлекаем. Что-то где-то еще не открутилось. Нет, открутилось.
Вот. И тут точно так же пластинка. И здесь контакты. С этой стороны у нас находятся тоже контакты. Как видим, они не окислены, все с ними хорошо. Разве что открутились винты. Поэтому точно так же сейчас поставлю эту пластинку на клей, чтобы предотвратить раскручивание. И поставлю винты. Можно, кстати, тут без резьбового фиксатора, когда наносишь двухсторонний компонент, двухкомпонентный клей, он затекает сюда и тоже как резьбовой фиксатор держится намертво. Давайте проведем эту процедуру еще разочек. Наносим клей. И остатки, конечно же, надо убрать, чтобы они у нас не размазывались по ненужным местам. Вставляем плату сюда и цепляем винтами. На резьбовый фиксатор ставить, мало ли туда не попало. Наносим клей. Только с клей высох, мы это дело собираем. Сопрягаем элементы и скручиваем винтами. Смотрим, чтобы все пазы сошлись. А здесь контактные площадки вышли. Вот так. Остается только поставить батарейки для проведения тестов. Закрываем крышку, включаем аппарат, видим, что срабатывает. Теперь проверяем его на фотоаппарате, устанавливаем на тушку. Так, вкл, и видим, что загорелось, делаем кадр, видим, что красный прошел. Все, эти два синтрика восстановлены, переходим к дальнейшим процедурам.